Сегодня поговорим о лимонном масле. Косметологи часто советуют применять масло с целью улучшения важных процессов в коже и для нормализации деятельности работы сальных желез, а также для уменьшения проявлений купероза. Натуральное масло лимона очень эффективно при лечении акне и дерматита. Многие женщины, применившие лимонное масло для ухода за волосами, отмечают, что пропала перхоть. Обогащенные лимонным маслом базовые масла способны сделать крепче ногтевую пластину и способны также избавить от расслоения ногтей. Косметологи предупреждают, что применять лимонное масло для лица нежелательно перед тем, как выйти на улицу, а особенно когда много солнца, и перед тем, как принимать солнечные ванны. Оно способно повысить чувствительность кожи к ультрафиолету и вследствие вызвать неприятные реакции. По этой причине натуральный продукт рекомендуется применять на ночь, либо в пасмурную погоду. Этот натуральный продукт не применяют в чистом виде. Чтобы ухаживать за лицом, его нужно использовать исключительно в смесях с растительными маслами, с так называемыми базовыми маслами. Например, с миндальным маслом или с маслом виноградных косточек. А также можно добавлять в крема и маски. Лимонное масло – это очень уникальный ингредиент. Этот ингредиент может подойти для всех типов кожи. И только в том случае, если у вас нет аллергии на лимон. Тем, у кого жирная кожа и расширенные поры, будет идеальным сочетание лимонного масла с маслом виноградных косточек. Женщинам с вялой кожей подойдет нанесение смеси из масел шиповника, персика, кокоса, авокадо и лимона. А желающие отбелить кожу могут смешать лимонное масло и облепиховое масло. Лимонное масло – это целебный продукт, в составе которого много витаминов и микроэлементов. Оно является настоящим спасителем для волос. Оно способно питать луковицы волос, может стимулировать кровообращение кожи головы, способствует росту волос, принимает участие в поглощении организмом питательных веществ, способно также активизировать процессы здорового роста волос. Ведет борьбу с выпадением волос и сибореей, заживляет микроскопические трещинки. Лимонное масло может подойти каждому типу волос. Чтобы результат от применения эфирного масла лимонного порадовал, необходимо его использовать дважды в неделю в виде масок для волос, для массажей или аромарасчесываний. Лимонное масло добавляют также в любимые шампуни и бальзамы. Приготовить ухаживающие за волосами средства может каждая леди, не выходя из своего дома. В любое базовое масло можно добавить несколько капель лимона. А если есть проблемы с ломкостью ногтей, то лимонное масло поможет решить и эту проблему. А теперь о голливудской улыбке. Большинство современных средств для отбеливания зубов содержат много веществ, которые способны навредить эмали. В результате, вместе с красивой голливудской улыбкой, человек может получить гиперчувствительность. Негативно отражается такое отбеливание и на здоровье десен. А чтобы не навредить при отбеливании своим деснам и зубам, можно отбелить зубы и укрепить десны с помощью лимонного масла. Надеемся, что информация для вас была очень полезна. Спасибо за внимание.